Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, у микрофона Мария Кожевникова. Чаще всего кировчане покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. По 1850 квартир таких планировок на вторичном рынке жилья было продано в мае, сообщает портал РИ Киров. Средняя площадь однушек 35 квадратных метров, двушек 51 квадрат. Наименьшим спросом пользуются четырехкомнатные квартиры. К тому же средняя цена квадратного метра в них значительно выше, чем в квартирах с меньшим числом комнат. Всего кировчане купили 155 четырехкомнатных квартир средней площадью 93 квадратных метра. Дайджест недвижимости. Жители страны стали реже вкладываться в долевое строительство. В первом квартале этого года, как сообщает портал «Индикаторы рынка недвижимости», число договоров долевки уменьшилось на 15% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года. Среди причин как застой на рынке жилья, связанный с кризисом, так и потеря доверия россиян к застройщикам. 10% домов, строящихся по долевке, сдаются с задержками сроков. Поэтому заключать договоры со строителями большинство покупателей стараются не при закладке фундамента, а после того, как будет возведено более половины новостройки. Дайджест недвижимости. Самая дорогая квартира в Кирове стоит 21,5 миллион рублей. Четырехкомнатная квартира в 200 квадратных метров расположена в самом центре города, на улице Молодой Гвардии. Самая дешевая квартира продается в районе автовокзала. За 16 квадратных метров на Некрасова 34 просят 600 тысяч рублей. В итоге квадратный метр в самой дорогой кировской квартире обойдется покупателю в 107,5 тысяч рублей, в самой дешевой в 37,5. При этом средняя стоимость квадратного метра вторичного рынка жилья в Кирове в мае этого года составила 43 100 рублей. Это почти на 3% больше, чем месяцем ранее. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.